Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить бомбическую закуску из баклажана, перцев и томатов. Она называется кадича. Вот. Ну, приступим. Так. Баклажаны нужно будет порезать таким вот образом. На небольшие кусочки. Так, порезаем. Получилось вот столько баклажанов, теперь их нужно посолить, чтобы баклажаны отдали лишнюю влагу. Посолили, помешали. Ну, можно оставить их минут на 10. Баклажаны засаливаются, мы можем нашинковать лук. Следующим нарезаем болгарский перец. Его можно нарезать соломкой. Кто любит поострее, можно добавить еще и острый стручковый перец. Я люблю поострее, поэтому я добавляю стручковый перец. Помидоры. Помидоры можно порезать небольшими доликами. Вот так вот. Первым отправляется лук. Можно добавить баклажанную пару и отжал. Thank you.
Следующим, да, наливаем перцы. Значит, смесь болгарского и горького. Жарим наши перчики, теперь отправляем сюда же помидоры. Вот такая красота у нас получается. Ну, помидоры уже почти жарились. Нужно заправлять. Добавляем соль. Немножко черного молотого перца. Молотый семян кориандра. И еще соевый соус. Ну и завершающий штрих. Отправляем на рубленную зелень. После этого можно выключить огонь. И все. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!